Всем привет, ребята, с вами я, Кирилл, и мы сегодня снимаем эту замечательную игрушку под названием «Я хочу протестировать эту игру». Это Трол Оби, и поэтому лицо такое же соответствующее. Я покажу, как пройти первые два уровня. Это будет довольно нелегко, потому что если я попробую даже в самом начале просто перепрыгнуть эту штуку, у меня не получится как минимум. Именно поэтому мне нужно опрыгивать вот таким вот образом. Здесь будет то же самое, но только вот такое. Именно поэтому нам нужно вот так вот опрыгнуть. Но здесь уже мы можем и просто прыгнуть, и перепрыгнуть, а можем и боком. Но боком не советую, потому что если мы просто перепрыгнем, будет вот такое. И то же самое будет происходить боком. Именно поэтому, если вы играете с телефона или с компьютера, вам нужно просто зажать прыжок. Вы прыгаете, зажимаете прыжок и потом двойной. Здесь вас снесут с пушки. Именно поэтому вам нужно отпрыгнуть этот лазерный луч в тайминг. Уйти в сторону вот так вот и потом обратно прилететь. Да, это может быть немножко сложно, но если чуть-чуть попрактиковаться, то у вас довольно быстро получится. Дальше никаких западлянок не будет. Поздравляю, вы прошли первую штуку. Первое испытание, так сказать. После этого вы сохраняетесь и начинаете паркурить. Сперва ничего такого, но потом вы просто умираете. Именно поэтому в таком случае вы должны прыгнуть сюда и смотреть жесткую катсцену, которая длится, не знаю, но секунд 7. Не спрашивайте. Это специально так сделали, чтобы мы дольше мучились. Именно поэтому вы должны прыгнуть и потом двойным прыжком обдурить эту фигню. Потом вы можете спокойненько идти, но вам прилетит эта катсцена заново. Эх, опять ее смотреть. Вы можете здесь находиться сколько хотите, потому что вам нужно всего лишь затриггерить какой-то триггер, который активирует эту штуку. И вам нужно ее опрыгнуть вот таким вот способом. Уйти просто в сторону. Поздравляю, вы прошли второе испытание. На этом, ребятки, все. Если вы хотите вторую часть, как я буду показывать, как пройти третье и четвертое испытание, то давайте наберем под этим видео 10 лайков. Ну что ж, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока и всем удачи. Адиос!